В 23-й серии сериала «Ветреный» мы увидим, как Мирану, Риану и Азизе становится известно о том, что существует первое письмо, и они сразу же принимаются искать его. Миран хочет отыскать послание как можно скорее, ведь только таким образом ему удастся доказать свою невиновность и показать Риану, что Хазар его оклеветал. Несмотря на все старания, Миран так и не может найти письмо. Риан также стремится отыскать письмо, и когда она вступает в диалог с Ярен, то та случайно проговаривается, и Риан начинает понимать, что Ярен известна намного больше, чем она говорит на самом деле. Помимо этого, Риан начинает подозревать, что письмо находится у Ярен. Сама же Ярен начинает переживать не самый лучший период своей жизни, так как Насух был сильно обозлен на нее. Он хочет наказать ее за встречу с Фератом. В этот момент про письмо узнает Азизы, и такое обстоятельство сможет сильно помешать ее планам. Помимо этого, Миран сообщил, что он очень хорошо знает почерк своей матери. Миран сильно поругался с Султан из-за того, что она собрала вещи Риан и надеялась, что она навсегда покинет особняк. В этот момент начинает раскрываться страшная тайна о том, как в особняке был убит ребенок Султан, и это известие шокирует Мирана. Все, что будет дальше, мы узнаем из 23 серии, которая выйдет 29 ноября на канале АТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.